А еще такой вопрос. Некоторые наши подписчики отказываются смотреть видео, говоря о том, что присутствует женский бокс, а женский бокс — это недопустимо, что удел женщины — это вязание и готовка, оберегание очага и так далее. Что ты скажешь про женский бокс как явление? Да, здесь два варианта, да. Либо это прекрасно, либо это, да. К сожалению, к счастью, даже не так. Ребята, это данность. Наш мир такой. Женщины, скажем так, всегда мужчин использовали. Проверяли на нас, пригодится это для социума, будет ли это полезно. Ездить на лошади, стрелять из ружья, заниматься науками. Но при этом не бросали свое вязание и готовку борща. Так что, как мы ретрограды, иногда думаем, что готовь борщ и вяжи шарфы, и это зло, бокс для нас лучше, то, так как жизнь не стоит на месте, то нам надо это зло возглавить, да? Шучу. На самом деле, это одно из... Бокс, то, что на ринге, это, как сказать, верхушка айсберга, да? Вот есть космонавты. Мы стремимся в космос, мы стремимся как? Занимаемся спортом, сильно не нарушаем режим. Так и бокс, вот олимпийская чемпионка, там, девушка, там, моя ученица, участница олимпийских игр. А вокруг нее девчонки, которые занимаются боксом как фитнесом. Тоже интересно. Проводники, да? Да, да. И они. И, кстати, я вот сравниваю, скажем так, девушек, ну, я был тренером сборной Москвы, сборной России. И зачастую, сравнивая девчонок, которые занимаются боксом, они более коммуникабельны, более спокойны, более социализированы в обществе, в общении с другими людьми. То есть это тоже какой-то кругозор, широта восприятия. Вот. То есть от этого женственность не уходит? Ни в коем случае. Они также любят платьишки и все розовое. Так что... Одно другому совершенно не привязано. Это одно из развития нашего человечества и наших девчонок, которые становятся только сильнее. Да, сильнее. Ребята, есть одно старое правило, которое, знаете, в одном известном фильме сказал очень известный актер. Говорит, если женщина что-то хочет, ей нужно этого дать. Если ей этого не дать, она возьмет сама, а это будет намного дороже. Шутка, конечно, но... Спасибо. Так что... Пожалуйста.